выйти с ней поговорить. А где такое в реальной жизни? Если ты не хочешь с ней разговаривать, то значит мне нужно задуматься, что ты боишься. Этот разговор все равно состоится. Этот разговор нужен мне. Потому что Юля считает, что у тебя к ней чувства. Что ты боишься с ней разговаривать, потому что у тебя что-то там внутри. Капец, Наська палится. Что было? Ой, как она палится, это капец. У нее такие эмоции. Да вы меня достали, да у меня все хорошо. Да типа не лезьте. Уже не хочет разговор. Я ему сначала говорила, что поговори, но если он не хочет, я говорю, Настя, в смысле? Ты кайфуешь от этого. Вчера на этом налогом Женя сказала, я поговорю, если Настя будет не против. Ты, Настя, говоришь, что ты против. Я говорю, в смысле, сейчас я говорю, что Женя не хочет разговаривать. Она так эмоционирует, палится так. Сейчас вообще идем мы здесь. Она такая, ну что еще, пускай еще может вдвоем. Положите их вдвоем, раз они хотят вдвоем. А что на ты тогда не зовете их поговорить? Влад говорит, так это у нас уже будет трое, не надо вдвоем поговорить. Ну да, пока зацени не верились. Да, там еще это делать. А ты кайфуешь, да? Я не кайфую. Девочка психует. Показывает свои слабые стороны. Да, на самом деле, слушай. Слабая женщина.